Нарвский молодежный клуб «Адигитрия» в праздник Сретения Господня отметил первую годовщину со дня основания. Этот клуб был создан в феврале прошлого года по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря. Его образование было приурочено к празднованию Дня православной молодежи. В связи со знаменательной датой молодежь и владыка Лазарь обсудили в неформальной обстановке итоги первого года деятельности клуба и обсудили будущие планы. С момента создания клуб возглавляет Екатерина Бондарева. Открыл встречу руководитель молодежного отдела Нарвской епархии диакон Артемий Бондарев. Владыка Лазарь ознакомил собравшихся с обращением святейшего патриарха Кирилла по случаю празднования Дня православной молодежи. На встрече в православной гуманитарной школе с помощью компьютерной техники было совершено путешествие по тем событиям, которые стали вехами в первый год деятельности клуба. Годовщина – небольшой период деятельности клуба «Адигитрия», отметил правящий архиерей. Но и за это время сердца некоторых молодых людей прикипели к церкви. Они стали вести духовную жизнь, причащаются святых христовых тайн. За прошедший год осуществлены были клубом многие полезные очень мероприятия, касающиеся нашей молодежи города Нарвы. Были совершены паломнические поездки в Пюхтице и прочие святые места. Особенно нашей молодежи запомнилась поездка в Польшу, в Граборку. Оттуда вернулись наши девочки и мальчики очень воодушевленные, очень радостными, потому что они соприкоснулись с молодежью Прибалтики и Польши и других стран, которые во множестве были тогда в это время в Польше. Конечно, задачи очень еще предстоит много перед клубом. Привлечь как можно больше молодежи, которые бы стали изучать Священное Писание. Это основа, для чего и организовывается клуб. Чтобы молодежь наша строила свою жизнь на твердом духовном фундаменте. А фундаментом является как раз заповеди Христовы. И через изучение Священного Писания укрепляется вера, и тогда наша молодежь уже через знание Священного Писания может избежать многих и многих грехопадений и многих греховных влечений, к которому очень сильно притягивает современный мир. На встрече обсуждались различные темы, например, о необходимости для клуба своего помещения, о возможности сотрудничества, создаваемой в Таллине при Кафедральном соборе Александра Невского православной молодежной организации, о целесообразности проводить цикл лекций не только для молодежи, но и для прихожан более старшего возраста, на тему традиционных семейных ценностей. У молодежи много интересных задумок. Клуб может рассчитывать на поддержку своих проектов со стороны главы Нарвской епархии.